Итак, задержанный за взятку, мы говорили об этом вчера, за 100-миллионную взятку. Начальник отдела контрразведки Пермского управления Федеральной службы безопасности Григорий Царегородцев, как предполагают следователи, и собственная безопасность ФСБ сработала как нельзя более точно и правильно. Есть предположение, Царегородцев крышевал крупную хакерскую группировку, торговавшую информацией с банковских карт. Они платили, хакер-бандиты, ему за покровительство, потом передали 100 миллионов рублей за свое освобождение. История вопроса. Февраль 22 года. Стало известно о разгроме очередной банды хакеров «Кардеров». И задержаны были 6 предпринимателей. Так они себя называли, бандиты, предприниматели. Некто Владислав Гилев, основатель крупной конторы по продаже металлоконструкции Артем Быстрых. Гендиректор кинокомпании «Саратов фильм» Денис Пачевский. Коммерсант Александр Ковалев. Безработный Ярослав Соловьев. И глава известной в Перми IT-конторы GetNet Артем Быстрых. Контора GetNet, а человек зовут Артем Зайцев. Тверской суд Москвы арестовал всех 6 подозреваемых в рамках уголовного дела. Статья 184, часть 2. Неправомерный оборот средств платежей. Хакеры, как предполагают следователи, продавали данные европейских и американских карт, а также похищали с них деньги. Работа шла через 2 сайта. Трафик с них шел к центру, дата-центру, база которого принадлежала открытому акционерному обществу GetNet господина Зайцева. В Перми это известный человек, еще раз скажу, а его компания предоставляла услуги местному ФСБ. Так, в 2016 году чекисты закупали у Зайцева каналы связи, в следующем году арестовали помещение. После задержания хакеров следователи МВД стали замечать странный интерес к этой теме со стороны начальника отдела ФСБ по Пермскому краю. Господин Царегородцев всячески пытался перевести задержанных в СИЗО Перми под предлогом проведения неких мероприятий, каких не очень понятно. Оказалось, что он за ежемесячные гонорары выступал крышей группировки. Некая девушка, засекреченный по делу свидетель, поэтому имя ее не называем, рассказала, что Владислав Гилев, возглавлявший ранее торгово-строительную компанию «Уралэнергострой», передал Царегородцеву 100 миллионов рублей наличными. Передачу осуществлял их общий знакомый Александр Ковалев. Также, по словам свидетеля, через нее Царегородцев пытался успокоить хакеров, утверждая, что он прилагает все усилия, чтобы вытащить их из тюрьмы. Однако после года нахождения за решеткой и многократных отклонений судом ходатайств защиты и апелляции по поводу смягчения меры пресечения, задержанные предположительно решили слить своего куратора и сдали факт передачи денег, предназначившийся на подкуп следователей. Царегородцев арестован пока на 2 месяца. Можно, конечно, сказать, что ответ – это ответ МВД, полиции, ФСБ. Потому что многих полицейских чиновников, мы об этом говорим постоянно, арестовывают как раз оперативные работники Федеральной службы безопасности. Они осуществляют оперативное сопровождение. Но я не думаю, что это войны спецслужбы. Просто доказанный факт.
Ну, раз факт доказанный, никто не стал брать на себя, это здорово. Право защищать того, кого защищать нельзя, если факт доказан, как считают следователи, и взятка действительно была. Защищать в этой ситуации бандита, взяточника, значит самому стать соучастником преступления. Бремя нынче непростое, и дураков лезть в петлю не так уж много. Даже за 100 миллионов. Но вот господин Царгородцев оказался очевидным исключением.